Всем привет, уважаемые подписчики, с вами снова Армак, и это Build Battle. Наконец-то, спустя довольно много времени, удалось выделить время на то, чтобы построить что-то на Build Battle. И сегодняшняя тема постройки у нас рыцарь. Поскольку времени прошло много, то сейчас снова тяжело мне ориентироваться, где найти те или иные блоки. И решаю построить рыцаря из камня. Также возьмем глину телесного цвета для того, чтобы построить руки и голову. Белую шерсть возьмем для меча. Также полублоки нам понадобятся обязательно. Ну и я не знаю, что нам еще нужно будет взять. Уже по ходу, наверное, будем ориентироваться. Ладно, приступим, время идет. Начинаем с постройки ног и сделаем стандартного человечка. Сильно размахиваться не буду я в постройке, потому что могу не успеть, учитывая тот факт, что давно ничего не строил. Плюс я не специалист в этом деле. Так. Ну вот такое вот тело примерно. Далее сделаем две руки. Одна будет идти вперед. Вот таким вот образом. И в ней будет меч. А вторая, наверное, все-таки в сторону, чтобы она не загораживала самого человека. Здесь мы сделаем вот так руку. И вот так. Теперь давайте построим шею и голову нашего с вами человечка. Так. Так, так, так. И поднимем выше. Отлично, сделаем носик нашему будущему рыцарю. Так, из полублоков давайте сделаем ему ноги. Прикольно смотрится. Далее. Так, 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 так. Надо бы сделать меч ему, наверное. Ну, перед этим как-то грудь давайте ему украсим. Можно было бы сделать крест, но не хотелось бы сильно высоко поднимать. Сделаем как-нибудь вот так. Так, и каменный забор. Блин, я не помню, где его взять. Ладно, из обычного забора сделаем ручку для меча. Типа он ее держит в руке. Из полублоков мы с вами такую вот рукоятку сделаем. И дальше будем пускать белый меч. Стоп, еще один полублок надо ложить. Вот. И уже на него мы с вами проставляем наш меч. Сильно высокий тоже делать не будем. Этого вполне достаточно. Так, рамки возьмем для того, чтобы поставить ему глаза. Раз, два. Ну и рот сделаем таким же. После чего вставим ему белые глаза в рамки. Хорошо. И во второй руке нам не помешало бы сделать ему еще и щит. Так. Раз. Попробуем что-нибудь закругленное сделать. Так, так. И немножечко вверх. Еще продлим, потому что слишком маленький щит получается. Ну, это уже чуть получше. Небольшой будет щит. И тоже нужно будет что-то нарисовать там на нем. Поэтому сделаем просто белый квадрат посредине щита. И надо бы щит закруглить, поэтому давайте найдем деревянные ступеньки. Пока что он недостаточно круглый для того, чтобы понять, что это щит. Вот, давайте из дубовых. Раз, два. Опа, неправильно стал. Да ё-моё. Три, четыре. И давайте найдем блок, чтобы поставить на место. Вот сейчас много времени у меня уходит на всякую мелочь.
Так, и надо бы ему какой-то шлем сделать. Можно бы с решеточками, но опять же, я не знаю, где эти решетки. Сейчас буду долго их искать. Да уж. Когда идет время, тяжело сфокусироваться на чем-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, сколько времени у меня уходит впустую? Ладно, построим из того, из чего есть шлем. Пускай будет так. И вот так вот посерединке сделаем. Уже похоже, в принципе, на рыцаря. Сзади тоже застроим это все дело. И сбоку тоже пустим такую вот защиту. Ну, более-менее похож на рыцаря. Правда, можно было бы еще немножко закруглить. Ну да ладно, закруглим хотя бы плечи, потому что времени у нас 5 секунд осталось. И на большую детализацию мне просто не хватает времени, потому как я очень медленно строил. Так, первый рыцарь. Кстати, прикольно сделано, еще и лошадь сделал. Лошадь очень квадратная, но замысел хороший, поэтому я ставлю ему четверочку за постройку. Если бы немножечко посглаживал и детализировал, вообще пятерка была бы. Так, но это не рыцарь, это какой-то одноглазый циклоп с молотом. Явно не передает смысл постройки. Поставлю ему двоечку. Только за старание, что он старался, что-то строил. Хотя бы отдаленно что-то напоминающее. Так, ну это наш рыцарь. Смотрю, тут ставят желтые оценочки. Типа сойдет. Ну и пускай. Так, это монстр какой-то, это не рыцарь. Меч сделан прикольно, но в остальном только за один меч я ему ставлю двойку, а не единичку. Так, ну это тоже какой-то монстр с двумя глазами и кучей ртов, скажем так. Нет, это явно не то. А, ну вот и мистер Влад этот пишет, что он просто не успел. Ну, там вообще постройка, она и строилась изначально не как рыцарь. Вот это тоже, это монстр какой-то. Причем щит недостроен, а меч он держит вообще за лезвие. Непонятно. Ну и мы занимаем с вами третье место с 11 очками, а побеждает, конечно же, человечек, который построил рыцаря на коне. Поздравляем его с этим, он реально построил лучше нас. Ну и не отходя от кассы, давайте сразу же с вами подождем следующую постройку. Посмотрим, что нам попадется в этот раз. Да, надо бы, конечно, потренироваться где-нибудь в креативе, в постройках, чтобы лучше просто ориентироваться в блоках, потому что очень много времени у меня уходит как раз-таки на то, чтобы найти нужный мне блок. Ну что, теперь нам нужно построить рыбу. Как вариант, можно построить аквариум и внутри него кучу рыб. Можно построить одну какую-то рыбу на воде. Но опять же, учитывая то, как мы строили с вами первую постройку, наверное, для начала мы построим одну рыбку. Это будет аквариумная рыбка такого треугольного вида, желтая и с полосочками. Ну, полосочки бывают разных цветов. Давайте сначала с вами поднимем немножко вверх наши кубы и, собственно, начнем строить этот самый треугольник. Так, ну что, поехали. Так, 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 так. Так, 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 так. Немножечко вперед и как-то непропорционально, что ли. Поэтому давайте еще продлим вот так вот вверх. Так, так, так. Здесь одна, две и еще одна. Смотрим, что получилось. Нет, она у нас слишком узкая получается, поэтому давайте сделаем ее продолговатой, вот так вот по два блока. Почему нет? Так, внизу. Ох, нет, 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 зря я убрал. Вот так, вот так, вот так, вот. Это уже хотя бы что-то отдаленно напоминающее эту аквариумную рыбку. Не знаю, правда, люди поймут или нет.
Возможно, посчитают, что я неправильно построил рыбу. Типа треугольных рыб не бывает. Но понадеемся на то, что все-таки люди поймут. Так, уже один покинул игру из-за того, что не сумел ничего придумать в плане постройки. Ну и правильно сделал. Лучше просто выйти, чем строить непонятно что. Вот такая вот рыбка у нас будет. Далее. Надо ей сделать глаза. Берем для этого рамочку. И в рамочку надо положить какой-то блок. Какого цвета глаза будем делать-то? Давайте синие. Ставим. Раз. Ложим блок. Вот синие глазки у желтой рыбки прикольно смотрятся. Так, на пересечении, да, вот так, чтобы пропорционально глаза стояли, а то поставим с одной стороны в одном месте, с другой в другом. И полосочки, вообще я хотел черные, но мне кажется, будет ассоциация с какой-то пчелой. Поэтому давайте из синей шерсти, почему нет. Нет, сильно близко к глазам тоже не будем пускать. Хотя, пускай. Так. И не будем пускать ровно полоски. Сделаем как-нибудь вот так. Типа полосочка извивается на ее теле. Должно прикольно получиться, по идее. Ну, а там посмотрим уже. Так, так. Идем ниже. Еще ниже опускаем и немножечко в сторонку, вот так. Ну и хвостик сделаем синим в таком случае, вот. И в принципе остается 2,5 минуты, можно сделать еще и плавники. Давайте их пустим сбоку. Так, 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 так. Ну вроде бы неплохо. И здесь тоже так, 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 так. Вот такие вот небольшие плавнички. Ну, я думаю, на рыбку похоже. Еще один человек вышел, покинул нас с вами. Так. Остается 2 минутки. Как же еще ее детализировать? Надо бы поставить воду, наверное, но опять же. Так, наверное, надо брать блок с водой. Точнее, ведро с водой. Ахаха, перетягивать. Хотя просто сделаем вот так вот из синей шерсти. Будет и так понятно, что это вода якобы. Времени уже минута осталось слишком. И надо бы как-то детализировать окружение, которое вокруг нее. Опять-таки, уже очень мало времени. Я много времени теряю на раздумие. Можно найти тростника и засадить много тростника. Так, так, так. Или хоть какой-нибудь травы. Давайте попробуем. А, стоп, мы же ничего не посадим, потому что у нас шерсть, а на шерсти ничего не растет. Ё-моё, я вот это вот столько времени потерял. Просто-напросто зря. Ахахахаха, из чего же строить? Давайте тогда, может, просто возьмем зеленые блоки шерсти. Да, наверное, так и сделаем. Берем зеленые блоки шерсти. Давайте их найдем. И хотя бы сделаем из них траву такую, знаете, кривую, которую якобы шатает морем. Ой-ой-ой-ой-ой. 15 секунд. Давайте просто по-быстрому накидаем. Уже нет возможности у меня красиво ее выстроить. Просто как попало хотя бы расставить. Ай-яй-яй, все, я не успел. Так, ладно, это стандартная рыбка из Майнкрафта, и человечку было лень что-то делать, самому придумывать. Он просто кинул перед собой и просто ее повторил. Но все равно ставлю, сойдет. Сделано прикольно, но за то, что он просто повторил, больше чем сойдет, я не смогу сделать. Вот здесь по форме сделана прикольно рыбка, но использована буквально из 2 видов блоков построена. И третий блок это глаз. Но по форме неплохо, поэтому оценочка тоже сойдет. Ну а здесь не столько рыба, сколько какая-то птица, потому что
Плавники он сделал большие, как крылья. Поэтому все же двоечка. Рыбу это не напоминает. Так, ну а здесь хвост недостроен, и расцветка непонятная. Ну, все-таки тоже поставлю, сойдет человеку за старание. Так, ну а здесь у нас какая-то она квадратная и больше на какую-то лодку смахивает. Или непонятно что с антенной. Нет, двоечка чисто за старание. Так, это наша с вами рыбка. Как-то она сливается с синим цветом, кстати. Да, надо было немножечко расцветку ей изменить. Так, идем далее. Skywars построил вообще просто стену. Это не рыба, это реально стена, поэтому ставлю единичку. На больше она просто не заслуживает. Так, ну здесь по форме что-то напоминающее рыбку, но при этом абсолютно рандомно сделана раскраска. Ставлю 2. Даже если бы просто он сделал как первый человечек из двух видов блоков, не вот так вот случайно раскидывая, уже было бы лучше. Ну а здесь, во-первых, квадратные, а во-вторых, сделаны крылья. Это не плавники, а какие-то реально крылья. Но все равно поставлю, сойдет человеку за старание. А здесь вообще набросал воды, как попало, и закрыл таким образом постройку. Ставлю ему 1. Он сам же закрыл свои постройки. Так, ну и в топ-3, конечно, мы не попадаем. Были постройки гораздо лучше нашей. И, ну, как по мне, заслуженно, наверное, побеждает вот этот вот человечек с синей рыбкой. Ну, а у меня на этом все. Всем пока, удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Надеюсь, эти видео будут вам полезными. Если будет много лайков, будет еще билд батл. А пока у нас по просмотрам продолжают лидировать видео по героям меча и магии. Поэтому ставку на съемку именно этих видео я и буду делать. Но все зависит от вас, мы можем постепенно перейти.